Привет, вы на канале Device. Сегодня на обзоре видеокарта MSI Radeon RX 6800 XT Gaming Z Trio 16G. Узнать ее актуальную стоимость вы сможете, перейдя по ссылкам в описании под видео. Что вы думаете об этой видеокарте? Напишите об этом в комментах и не забывайте ставить палец вверх. А чтобы не пропустить выход новых обзоров, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Впереди много интересного. Погнали! Видеокарта MSI Radeon – это самое свежее воплощение культовой серии Gaming от MSI. Это все то же сочетание высокой скорости, эффективного охлаждения и безупречной эстетики, которая давно полюбилась увлеченным геймерам. Такая видеокарта позволит запускать новейшие игры, оставаясь холодной и тихой именно так, как вам хочется. Видеокарта позиционируется как продукт верхней ценовой категории, предназначенный для комплектации геймерских систем премиум-класса, ориентированных на работу с 2К и 4К мониторами. Поддерживает фирменную технологию быстрого масштабирования AMD Fidelity FX Super Resolution, которая является аналогом NVIDIA DLSS и позволяет использовать сверхвысокие разрешения без драматического падения производительности. Radeon Gaming Z выполнена по техпроцессу 7 нанометров, обладает внушительным разгоном и работает в частотном диапазоне от 215 до 2310 МГц. Внимание к деталям! Коррекция четкости с адаптивной регулировкой контрастности Contrast Adaptive Sharpening помогает улучшить качество изображения после применения временного сглаживания путем повышения резкости с опциональным масштабированием. Для игр, поддерживающих функцию Fidelity FX KAS, рекомендуется отключать функцию Radeon Image Sharpening, чтобы избежать чрезмерного увеличения резкости изображения. Реалистичное освещение – технология комбинированной адаптивной вычислительной окклюзии окружающей среды, которую команда AMD оптимизировала для архитектуры RDNA, эффективно в динамическом режиме улучшает вид объектов в игре за счет точного расчета внешнего освещения. Оптимизированное для архитектуры AMD RDNA сглаживание изображений, помогающее повысить визуальное качество трассировки лучей и других игровых эффектов в режиме реального времени. Играйте ярче, настало время показать себя в лучшем свете. Синхронизируйте подсветку видеокарты с иллюминацией остальных компонентов компьютерной системы, чтобы создать подлинно геймерскую атмосферу. Отключите ее так же легко, как выключить свет в комнате. Главной особенностью этой видеокарты стала трехслотовая система охлаждения Tri-Frozer 2, состоящая из комплекса усовершенствованных медных тепловых трубок, внушительного алюминиевого радиатора и трех управляемых осевых вентиляторов Torx Fan 4.0 на долговечных двойных шарикоподшипниках. Холодно и тихо, кулер Tri-Frozer 2 отличается высокой эффективностью. Он гарантирует низкую температуру видеокарты при минимальном уровне шума, даже во время длительных игровых сессий. В обновленной системе охлаждения Tri-Frozer 2 применяются вентиляторы Torx Fan 4.0, наделенные сдвоенными лопастями, которые служат для улучшенной фокусировки воздушного потока. В кулере реализована технология управления воздушным потоком Air Flow Control. Он направляется в нужном направлении с помощью специальных дефлекторов. Волнистая форма ребер радиатора Wave Curve 2.0 облегчает прохождение воздуха, что способствует снижению уровня шума. Благодаря такому кулеру, качественной печатной плате и отборной элементной базе эта видеокарта способна стать удобным инструментом для оверклокерских экспериментов. Имеет внушительные размеры и большой вес в 1564 грамма, требует качественного блока питания мощностью от 750 Вт. На множестве элементов видеокарты установлены термопрокладки, которые передают тепло радиатору, чтобы снизить рабочую температуру. Безупречное качество изготовления, оригинальная печатная плата и целый ряд продуманных инженерных решений гарантируют, что видеокарта серии Gaming прослужит долго даже при интенсивном использовании. Не все печатные платы одинаково хороши. MSI плата отличается более мощной системой питания и другими инженерными решениями, которые в конечном счете приводят к более стабильной работе устройства. В комплект поставки входит кронштейн, с помощью которого можно прочнее закрепить видеокарту в компьютерном корпусе. MSI Dragon Center. Для расширения функциональности компьютерной системы предлагается программное обеспечение MSI Center, в состав которого входит множество полезных утилит. Например, утилита Frozer AI Cooling позволяет регулировать скорость системных вентиляторов, подключенные к совместимой материнской плате MSI в зависимости от изменений в температуре графического процессора. Разработанное в эксклюзивном партнерстве с BlueStacks приложение MSI App Player наделяет лидирующие в своей области компьютеры MSI возможностью запускать мобильные игры. С великолепным качеством
качеством изображения и поддержкой дополнительных функций, например, настройкой подсветки клавиатуры в соответствии с текущей игрой. Приложение MSI Autoburner – самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарт. Помимо этого, она служит для получения подробной информации об аппаратных компонентах компьютера и предлагает дополнительные функции, такие как регулировка вентиляторов, тестирование производительности, видеозапись. Утилита MSI Autoburner является бесплатной и работает с видеокартами любых брендов. Я прочитал все отзывы пользователей на эту видеокарту и поделюсь с вами самыми популярными. Из негативных отзывов: высокая цена, тяжелая, занимает 3 слота. А вот что пользователям понравилось в этой видеокарте: игры на ультрах в 2К, внешний вид, холодная, тихая, память Samsung, приятная подсветка, 16 гигабайт памяти, заводской разгон. На этом все. Пишите в комментах, что думаете по поводу этой видеокарты. А может, вы уже являетесь владельцем данного девайса, тогда приглашаю оставить отзыв на нее. Напоминаю, что подборку лучших цен на этот девайс вы сможете найти в описании к этому видео. Также буду благодарен за лайк и подписку, а если не хотите пропустить следующий обзор, кликайте на колокольчик. Всем пока!